Друзья, всем привет! Сезон в самом разгаре, и пришло время задуматься об обновлении мотогардероба. Сегодня речь пойдет о защитных очках для эндуро и мотокросса, а также багги, МТБ и многих-многих других дисциплин. Топовый бренд Oakley, модель у меня данная сейчас в руках, Airbrake, взял я ее не просто так. Компания Атаки запустила в производство целую линейку новых мотоочков для эндуро и мотокросса. Не просто я взял данную модель. Модель называется Prime SE. Это пока что на данный момент их топовая моделька самая. Взял, потому что они очень похожи на Oakley Airbrake. С Oakley у нас все понятно. Я отодвину их пока в сторону. Oakley очень хорошие очки. Давайте разбираться с Атаки. В чем их главная фишка? Во-первых, у них регулируемые аутриггеры. Но фишка-то их основная не в этом, друзья. Ты так вот берешь, оп, на магнитах линзы. Блин, как это удобно и круто. Просто хоп, все. Поскольку моделька Prime, это сейчас на данный момент их топовая модель, у нее в комплекте идет две линзы. Все те проблемы, с которыми сталкивались владельцы бюджетных очков, они на заднем плане. Все решено, прям готовое решение. Трехслойный поролончик везде, все продувается, даже перфорация во всех вот стратегических местах, где выделяется больше всего влаги. Очки также предусмотрены для использования с очками с диоптриями для зрения, о чем вот гласит вырез боковой на самом поролоне. Сейчас мы как раз таки проверим, как очки Атаки взаимодействуют с очками на диоптре. Это для многих проблема. Так. Вот в чем фишка, вы понимаете? Удобство просто, да? Чик. Все. Отлично. Основные очки для диоптрии не гнутся, не давят себе на глаза, как это обычно бывает. Короче, ребят, Атаки Prime SE – это топовая модель сейчас на данный момент у этой компании. Полная комплектация, самые вот прям нафаршированные, стоит в районе 5500 рублей. Давайте померим со шлемом. Такой вот взяли J38 от компании Just One шлем. Идеально! Просто вот подними. Просто идеально. Никаких зазорчиков. Вообще пушка. Во, реально круто. Очень крутые очки. Очень крутые. Они просто настолько плотно прилегают. Вау. По второй модельке ждите видос следующий, потому что он вот-вот прям буквально на днях выйдет. Все, всех с наступающим сезоном. Обнял, хорошего настроения, пока.